Сбербанк Технологии и спецсвязь на поле. Спецсвязь сегодня первый матч проводит. Сбертех только что уступил спецсвязи. О, прошу прощения, Сбербанк уступил Мосэнергосбыту, естественно, за счетом 1-4. Сейчас Сбербанк Технологии и спецсвязь играют, но столько сегодня уже команд нас футболом порадовал, что рано или поздно наступает момент, когда начинаются оговорки. Главой на первых секундах матча у спецсвязи всегда все было хорошо со стандартами, так что сейчас нужно Сбер быть повнимательней. Прессинг от спецсвязи и удар. Очень здорово спецсвязи удается находить разрывы между линиями Сбербанк Технологий. В принципе, в самых разных передачах и проходах спецсвязь пока не испытывает никакого сопротивления. Чуть не дошел мяч сейчас у нападающего, но есть еще одна попытка. И гол 1-0. Могли забивать и раньше. Вот ответ от Сбертеха. Им не нужно много моментов, чтобы забить. Но эта игра, видимо, пока является исключением. Через вратаря приходится играть в спецсвязи.
четверть матча уже сыграна. Пока довольно неплохо отбивается Сбертех. Перехваты здесь, и опасно может получиться, но опять без поддержки шел игрок. Два в два, удар. Но не имело смысла уже как-то пытаться улучшить позицию. Это ошибка. Видно, что очень несогласованно Сбертех возвращается своим воротам после потери мяча, но каким-то чудом пока удается отставание держать минимально. Второй матч подряд проводит Сбертех. И попадание в перекладину сейчас просто не везет. Время остановлено. Сейчас будет оказана помощь футболисту Сбертеха. И продолжим. Продолжилась игра, и не была к этому готова защита Сбербанк технологий. Спецсвязь забивает еще один гол. Должны были сейчас подсказать игроку, владевшему мячом, что накрывает его с разных сторон.
Время на одну атаку есть у спецсвязи. Ну или на ответную у Сбертеха. Пробить так и не дали. Сейчас будет свисток. И перерыв. Второй тайм на площадке. У нас по-прежнему Сбербанк технологии и спецсвязь. Спецсвязь смотрится, естественно, лучше, целостней, собранней и ведется счетом 2-0. Периодически возникают моменты у Сбербанка. Мы все надеемся, что удастся им сообразить хотя бы гол престижа, но получится или нет, покажут только следующие уже 9,5 минут, а не 10. Время все-таки идет. Его не остановить, за исключением последней чистой минуты. Все равно пока несколько нервно действует спецсвязь. У спецсвязи сегодня еще матчи с Московским банком Сбербанк России и с банком ВТБ. Так что сейчас у них есть возможность доразмяться, привыкнуть к площадке, вспомнить наигранные комбинации. Впереди соперники, конечно, будут посильнее. Комбинация классная, очень быстрая и не выдерживает такой темп Сбертех. 3-0 становится счет. Численное преимущество в атаке у спецсвязи. Нет, не залетает мяч ворот. Дается пройти по флангу. Я слишком затянул. Сейчас игрок с передачи сблизился с вратарем. Снова очень простой гол спецсвязи.
Отличный перехват. Нужно к пятому мячу идти. Удар, ну здесь вратарь на месте. Тут редкий случай, когда у вратаря Сбертеха есть шанс. Обычно его уже ставят перед фактом. Защитники собственной команды. Прошел пас. Филигранный получился. Ну, будет удар или нет? Больше передачу делать нельзя. Мяч должен пересечь в центр сначала. Отбор. И далековато ушел. Тренер спецсвязи напоминает игрокам основного состава, что нужно пойти на замену, отдышаться. Сбербанк напомнил, что тоже знает стандартные мини-футбольные комбинации. Довольно жестким получилось столкновение, и не получается до сих пор игрока Сбертеха подняться с паркета. Но только честно, возвращается в игру, может уйти на замену. Минута и 10 секунд до свистка. Все болеем за гол престижа Сбертеха. Вдвоем против одного защитника. Очередной выход спецсвязи. Защитник справляется. Здесь фол или два нарушения.
такое решение у судьи. Последняя атака в спецсвязи. Матч окончен. 4-0 итоговый счет.